По меньшей мере 8 человек погибли, около 3000 пострадали в результате взрывов в Ливане. Среди жертв один ребенок. В числе пострадавших также посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани. Днем 17 сентября одновременно в разных частях страны взорвались пейджеры, которые члены Хизбаллы использовали для передачи данных. Как отмечает телеканал Аль-Джазира, вероятно, устройства взорвались в результате скоординированной кибератаки. В свою очередь, издание Associated Press приводит высказывание неназванного представителя Хизбаллы, который обвинил в произошедшем Израиль. В официальном заявлении движение не стало обвинять Тель-Авив напрямую, заявив, что проводит расследование. استوجبت إما إجراء عمليات جراحية أو إدخال على أقسام العناية الفائقة.